Шурочка, давайте посмотрим, что руны русичи хотят вам рассказать, вам передать. Что руны русичи хотят сказать? Лед, заморозка, заморозка, охлаждение. В каком-то вопросе есть моменты. Угу. И нужно решать эти вопросы с помощью воды. То есть вам нужно, наверное, какие-то девочки ритуалы с водой сделать для того, чтобы разморозить какую-то ситуацию. Дороги открыть, например, да, с водой. Угу, точно. То есть, ну, нужно поработать со своей оболочкой, со своей энергетикой. То есть, если есть в вашей жизни какой-то застой, заморозка, остановка, охлаждение чувств, задерживаются деньги, все стоит, как в болоте, то вам говорят, что обязательно нужны ритуалы с водой и привести в порядок свою энергетику. Есть прекрасные, кстати, ритуалы, которые действительно очень круто размораживают вот это вот состояние, открывают дороги. Если нужна будет помощь, напишите. И потом, девчоночки, если вы приведете в порядок оболочку, то вас, в вашу жизнь зайдет как раз вот новые отношения, новая любовь. Причем это будет прекрасно, это будет прям та цель, которая чуть ли не главнейшая в цель вашей жизни. Только вам нужно себя разморозить. И все будет достаточно легко и просто. Все, девчоночки, принимайте информацию. Если будет нужна помощь, мне пишите.